Лиса. Фотку положи на стол. Чен Сяоши, я ведь за тебя долги возвращаю, а ты хорош. Сутками балду пинаешь. Что за отношения? Хочешь, чтобы тебя выселили за неуплату? Да я всю жизнь здесь с родителями прожил. Пока они не вернутся, никуда не пойду. А захочешь выгнать? Устрою пикет. И фиг вы арендаторов найдете. Дурак. Балбес. Сяолин, давай фотографию. Вот если бы не ты, наплевала бы на него. Ваша новая миссия. Первое. У тебя 12 часов. Второе. Поступаешь, как я скажу. Ход событий не менять. Третье. Не лезть в прошлое. И в будущее. Ладно, понял я, понял. Сколько можно-то? Я забираюсь в фотку, а ты указываешь путь. Готов? Вперед! Уфа. Невозможно. Смерть — это ключевое событие. Ты сейчас к Чен Сяоши обращаешься? Я всегда говорил не трогать прошлое, но сам его изменил. Я знаю, что смерть – точка невозврата, но все же хочу попробовать вернуться к началу и там спасти тебя. Like a puppet.